Всем привет. Да, это серия по МК Мобайл, как вы уже догадались наверняка. Я только не пойму одного. Вот смотрите. Почему 5 душ? Видите, вы идете кольцо в МК-11 на консоли. Требуется связь с консолью. Почему 5 душ должно быть 40? Не знаю, может это баг какой-то. Прикиньте, мне реально 5 душ дадут, если я зайду в этот, в... Как его? В МК-11. Так. Что у нас там, башня? Ну, давай. Ага. А, что я делаю-то? Мне же... Как обычно, да? А, нет, вот так. Угу. Что-то я задумался, извините. Таня Барачу, значит, и Джонни Кейдж. Поехали. Ой, нет, не автобитва. Я сам буду играть. Чего? Кстати, я хочу еще также на запись пройти, получается, испытание. Ну, понятное дело, не всю там башню, по крайней мере, одну. Может, завершающую башню, пятую, пройти. Так. Да что ты будешь? Вот так-то. Так-то тебе смог. Так. Отлично. Пошли. Нам еще далеко. Нам до босса еще далеко. А, кстати, что нам дадут за босса? Так. Что нам дадут за босса? Мне интересно просто посмотреть, к чему я иду вообще. Да? Так, награды башни. Бои с боссами и... Ага, случайная, необычная карта снаряжения башни колдуна. Ну, такое, да? О, восстановление следующее, да? Модификаторы, видите, сверху восстановление. Сейчас надо будет... Так. Сейчас надо будет без остановки просто сражаться, ну, потому что восстановление, да? Видите? Восстанавливается здоровье. Это сейчас мне нужно без остановки получается бить. А это серьезно, конечно. Так. Сейчас мы тебе отомстим, Тримор. Сейчас мы тебе отомстим, ясно? Это что такое? Вот так. И вот так. Так, Джонни Кейдж, ну берись ты, Джонни Кейдж. Да, такое бывает, когда персонажи берутся. Не сразу такое бывает. Так. По итогу, что мы получаем? Да деньги, как обычно, да? Деньги получаем. Нормально, слушай, вот это... Это первый уровень, да, у нас в серии? Ну, я имею в виду. Ну, вы поняли, да? Первая попытка, и вот уже слияние как бы на перчатку. Неплохо. Так это вообще-то... Да. Вот, 3 попытки. Мы как раз дойдем до 50 уровня. И там уже закончим, да? Так. Да что такое? Нет. 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 Да нет. Ну что ты? Сейчас проиграю ведь за кого-то. Вы ничего не видели, да. Нет, я, конечно, мог вырезать в теории, но все равно вы ничего не видели. Так. Да нет, я могу вырезать не в теории, а точно я могу вырезать. Ну просто да, вы, опять же, вы ничего не видели. Так, давайте закончим Таней бой. Спецприем второй. И на. Отлично.
Так. 2200. Так, что у нас там следующее? Ага, вот такие вот, значит, противники без снаряжений. Растерзание. Противники имеют определенную вероятность на ваше кровотечение во время своей атаки. Кровотечение, я бы сказал, не то чтобы так плохо, но все равно. Это как темная магия. Тоже темная магия, модификатор тоже забирает здоровье. Прям может сильно так забрать даже. Так что, ну, кровотечение, я не знаю. Если у вас персонажи сильные, то это не страшно. О, великий мастер Сабзира, он же воскрешается. Он, видите, ледяная приманка. Воскрешается он. Не поможет. О, богаче против богаче, кстати. Барачу против барачу. Так. Ну, опять же, да, закончим бой Джуником Combat Cup. Ух, отлично. Пим-пим-пим. Пим-пим-пим-пим-пим. Так. Четыреста монет. Ну, нормально, кстати. А и сколько уже получил? О, так я ж могу скоро уже набор открыть. Снаряжение. Кстати говоря, набор снаряжения тоже можно открывать, если у вас все серебряные персонажи. На 10-м слиянии я потом покажу все. Если вы ничего не понимаете, я потом все покажу. Пи-пи-пи-пи. Заходим, значит, видите, в магазин. Потом наборы карт. И что мы видим? А мы видим бронзовый набор, и его нужно обязательно тоже открывать. Вот прямо обязательно каждые 4 часа. Есть еще ежедневный набор. Его тоже нужно открывать каждый день. Ну, нормально, могу рентген прокачать. Так. Вот есть два набора. Первый это серебряный набор. Здесь, ну, вам могут попадаться серебряные персонажи. Ну, это понятно, да? Серебряные персонажи могут попадаться. Их нужно тоже обязательно открывать, чтобы прокачивать всех своих серебряных персонажей, потому что они будут нужны да везде, да, практически везде. Ну и набор снаряжения. Здесь могут попадаться обычные снаряжения, необычные снаряжения. Редкие снаряжения, ну и эпические. Самое главное снаряжение здесь это молот гнева, да, как вы понимаете уже, вот молот гнева. Сейчас у меня, конечно же, не хватает, потому что я получил не деньги, а тоже улучшение за тот бой. Ну ладно, сейчас. Я не понимаю, почему 5 душ? 40 же должно быть. Вот как это понимать? А объясните мне, как это понимать вообще? Вообще. Ладно, уж деньги потом накоплю. Деньги потом накоплю. В общем, уже вне записи. Вроде все объяснил на сегодня. Всем пока. И подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк. Обязательно. Без этого никуда. Да.